очень рад, что у Факел появился такой магазин, как бы давно стоило бы такое открыть, и что вот такой, так скажем, для серьезного клуба, серьезный магазин с такой с атрибутикой. Вот, в первый раз зашел, ну, купил то, что в наше время очень актуально, это, соответственно, маски с атрибутикой Факела, с эмблемой. Вот, получается, предложили поучаствовать в конкурсе. С удовольствием принял это предложение, вот, и удача сопутствовала, вот, что позволило выиграть футболку. Эмоции очень, кстати, классные, потому что с самого начала, ну, я в эти конкурсы особо не верил, потому что, как бы, ну, всегда очень много участников, вот, а здесь позвонили, как бы, обрадовали, сказали, что еще плюс все автографы Факела на футболке, вот, поэтому у меня сразу такие мысли, это увековечить там под рамку, там, повесить в собственный, так скажем, бар, который, надеюсь, в скором времени мы откроем, вот, со своим лучшим другом. Вот, поэтому это только в плюс, чего и желаю, как бы, дальнейшее проведение таких конкурсов, потому что сопутствует популяризации, так скажем, Факела, атрибутики, потому что чем больше будет ходить в этой форме людей, тем это больше будет красочнее, зрелищнее, вот, и только позитив будет нести на стадион. Желаю Факелу в ближайшем матче Крыльев Советов только победы, да и в последующих матчах, чтобы наш футбольный клуб на новый уровень дальше выходил. Больше болельщиков у него становилось, посещаемость была больше, потому что в давние годы, когда было 10 тысяч, 12 тысяч, совсем другая была атмосфера. В общем, желаю Факелу достичь тех же самых высот, что были 2000-е годы, когда Высший Легион выступал. Ну и только побед. Факелу только побед.